Олег Бульдог Харламов против всех. Сегодня это звезды ТНТ. Начинаем! Но я могу все, что угодно говорить, правильно? Ты все, что угодно можешь говорить. Кто засмеялся, тот проиграл. Итак, в кабинете директора телеканала ТНТ. Вам Стас Ярушин из универа. Какого красивого дяденьку вы ублажали, чтобы попасть на ТНТ? Вы же вроде из сериала «Универ». Мы всем ТНТ каждый день собираемся в 8 вечера и смеемся над вашей фотографией. Алло, Леночка, дайте, пожалуйста, армянам. Держись! Итак, Стас, у меня для вас очень ответственное задание. Вам, как артисту, нужно будет в новогоднюю ночь для очень важных людей провести кокос через границу. Теперь по поводу вашего отдыха. Мы вас отправляем в отпуск на 3 секунды. Добрый вечер, как отдохнули? Где подарки с поездки? Нету? Пошел вон, неблагодарная тварь! Стас Ярушин, да, в конце! Азамат Мусагалиев к вам. Бог мой! Не такой, как у вас. Продолжим. Я вас не узнал. Богатым будете прислуживать. Здравствуйте. А я сын президента короля ТНТ. Дусмухамед Дусмухамедович-младший. Леночка, сделайте, пожалуйста, мне кофе, а себе сиськи. И принесите все на подносе наверх. У нас освободилось место ведущего. В связи с этим у меня вопрос. Где вы теперь будете работать? Вообще, знаете, у вас очень сложное имя. Азамат Мусагалиев. Вот вам новые варианты. Я вам придумал. Мусагал Азаматиев, Тамадат Почтиногиев, Психопат Угоманиев, Из тюрьмат Освободиев, А назад не возвратиев, И Азамать я всех порву, Компромат на Улюкаев, И Артем Усов. Спасибо, Артем. Приходите. Игорь Ильич, Ольга Бузова. О, боже мой, какие люди, только вас не проклинали. А я вас помню. Я нюхал все ваши книги. И они попахивают фиаско. Чай, кофе, такие слова в кроссвордах отгадывайте. Итак, у меня к вам есть деловое предложение. Смотрите, вы закрываете свою передачу. Договорились? Я слышал, у вас выходит передача на Первом канале. Ну что ж, скатертью скоро укрываться будете. Все, до свидания, спасибо большое. Ольга Бузова непобедимая, непобедимая, да, аплодисменты. Игорь Юрьевич, к вам Антон Шастун из шоу «Импровизации». Боже мой, как отвратительно я выгляжу по сравнению с вами. Мы вас повышаем, теперь вы 3 метра. Посмотрите, в этом году Comedy Club выиграл ТЭФИ. Хотите потрогать мой пенис? Вы очень хорошо потрудились в этом году. Поэтому руководство дарит вам камин-аут. С этого момента вы гей. Все, идите. И не благодарите. Мне не нужны спасибо от каких-то пидорасов. Вам сам Тимати. О-о-о! Кого я вижу? Чай, кофе. Не хотите себе куда-нибудь наколоть? Алло, Леночка, принесите мне, пожалуйста, воду без газа и баклажан! Я посмотрел наши рейтинги, и оказалось, что у нас на канале очень низкий вы. Вы знаете что? Мы придумали новую передачу. Специально. Специально новую передачу на канале ТНТ. С Джиганом и МС Дони. Будет называться «Вечерний Джигандони». Хорошая передача.
мы всем каналам дарим вам дробовик. Он убивает все микробы в горле. Сергей Светлаков к вам пришел. Боже мой, голубчик! По крайней мере, такие слухи у нас ходят на канале. Кто это у нас такой красивый умер, чтобы подарить вам эту одежду? Мы приглашаем вас на ежегодную оргию ТНТ. Не переживайте, вам ничего делать не надо, вы, как обычно, в жюри. За хорошую работу мы хотим подарить вам подарок. Внимание! Это муха Цецекало! А, это сам Цекало, муха улетела сидеть на кинотавр. Пожалуйста. Спасибо большое. Молодец, отлично. Сергей, Сергей держался. Игорь Юрьевич, примите Мишку Галустяна. Батюшки, такой бороде бы позавидовали. Это же сам Транзит Гуляшевич Дыня. А, Леночка, у нас тут маленькое недоразумение. Сделай, пожалуйста, ему чай. Я хочу поговорить с вами с глазу на рот. Я хочу сказать, что я слежу за вами, а вы слежите за мной. Я думаю, все на самом деле. Да, конечно, все. Спасибо большое, ребята. Гарик Харламов, аплодисменты. Спасибо. И всем, всем, всем спасибо. Спасибо. Всем привет! В эфире канал «Я же отец». И сегодня у нас с вами распаковка. Офигеть! Это же танк-амфибия! А откуда у нас такой ножик? Дядя Слава подарил. Таня, да. Кто такой Слава, о котором папе рассказывать нельзя? Не хотела я, конечно, чтобы ты так об этом узнала. И я от тебя ухожу. Новый сериал. Я развелся. А у нашего канала поменялся формат. Да, папка будет учить меня быть мужиком. Наша задача – добраться от станции Реутов до станции Балашиха через лесной массив. Что нужно делать, если ты заблудился? Дядя Слава говорил, надо кричать. Помогите. Помогите, пусть дядя Слава кричит, когда у него ноги на унитазе затекут. Я же отец. Помогите! Помогите! С 20 сентября в 8 вечера на ТНТ.